Привет, друзья! Меня зовут Виктория Бородина, и вы на канале ProcBlog. Уже через 30 секунд начнется интереснейшее интервью с Data Science специалистом из компании Uber. Но сейчас самое время подписаться на канал. Впереди очень много мотивирующих историй из мира IT. Уже на следующей неделе вас ждет выпуск Big Data специалистом из Германии, который поделится опытом удаленной работы на американский стартап и расскажет, чем дышит IT-индустрия в Берлине. Если вы не хотите пропустить это интервью и другой качественный контент, обязательно подпишитесь на канал, установите колокольчик, ну и продолжайте смотреть это видео. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog в Сан-Франциско и в офис Uber. Сегодня я хочу вас познакомить с Никитой Корольком. Привет, Никита! Привет, Вика! Мы сегодня поговорим по традиции об IT, конечно же, о работе в Uber и о Data Science, потому что ты Data Science специалист, таких героев у меня еще на канале не было, и это очень востребованная тема сейчас, поэтому я думаю, что интервью будет интересным. Первое, что я хотела бы у тебя спросить, это, конечно же, как ты вообще пошел в программирование? Почему? Зачем? Ну, я не могу сказать, что я являюсь программистом. Какую-то долю своей учебы, своей работы я действительно программирую, но это скорее играет какую-то вспомогательную функцию. Вообще, то есть у меня специализация математическая оптимизация. То есть я занимаюсь разработкой моделей и алгоритмов для решения построенных моделей. И вот как часть тестировки этих новых идей, этих новых моделей, действительно я должен программировать, смотреть, насколько построенный алгоритм эффективен. Но еще раз повторюсь, это скорее второй этап моей работы, нежели такой главный этап – это построение моделей. Сейчас ты работаешь в Uber, об этом мы, конечно, поговорим, но давай пройдемся по каким-то основным этапам до того, как ты стал Data Science специалистом в Uber. Расскажи какие-то основные точки твоей карьеры. Я должен сказать, во-первых, что Data Science – это такой термин, который не имеет четкого определения, но лично для себя я его определяю как объединение большого количества достаточно разных технических дисциплин. Это и статистика, и машинное обучение, и математическая оптимизация, которую я выше упомянул. Программирование, естественно. Я попал в Data Science по своей ветке, по ветке Operations Research, исследования операций. Так как я получил степень PhD в этой области, и уже вот на собеседованиях на роль Data Science я рассказывал о том, как я могу привнести пользу в компанию, используя свои навыки именно в первую очередь по оптимизации. А как раз-таки о PhD в таком случае. Потому что PhD у тебя не простое, а самого лучшего университета, на мой взгляд. Я знаю, что есть различные рейтинги, наверное, какие-то там специальности. Но в целом я бы сказала, что это лучший технический вуз мира, самый известный в Америке. Как ты и почему решил получить научную степень, как это правильно назвать, это кандидат наук? Да, по российский эквивалент это кандидат наук, в американской шкале это называется PhD, Doctor of Philosophy в какой-то дальше дисциплине. Вот у меня вот завершение этого титула, этой научной степени, это Operations Research. Возвращаясь к твоему вопросу, как я решил, значит, поступать в эту аспирантуру, я заканчивал Новосибирский государственный университет, программу математики, я сделал бакалавра и магистра в Новосибирске. После этого мне хотелось заниматься чем-то более прикладным, потому что в России я занимался теоретической математикой. И вот я искал какие-то программы. Во-первых, как ты правильно заметила, чтобы рейтинг этой программы был высокий, чтобы перспективы трудоустройства были радужными не только в США, но и в принципе в любой географической точке. А во-вторых, я искал такую дисциплину, которая была бы, может быть, чуть ближе к реальным приложениям, к реальным технологиям, чем
та достаточно абстрактная математика, которой я занимался ну вот, первые 6 лет своего высшего образования. Ты уже упомянул, что вот, да, существуют определенные рейтинги различные, но можешь подробнее? Наверняка были какие-то другие критерии, которые помогали тебе выбрать а. университет, б. специальность. Конечно, мне хотелось найти программу, которая была бы мне интересна с точки зрения науки, которую там преподавали. То есть PhD в Америке – это достаточно большая инвестиция времени. То есть средняя продолжительность обучения составляет где-то 5 лет, там, плюс-минус. Если еще добавить год или два хорошей качественной подготовки, то общая инвестиция составляет порядка 7 лет. И если ты занимаешься той дисциплиной, которая тебе не очень нравится, ну, это достаточно мазохистское решение. В общем, у меня программа была в Новосибирске построена таким образом, что я был знаком с большим спектром разных направлений математики, там дискретная, программирование, непрерывная математика. И вот исследование операций, методы оптимизации, кибернетика – это вот все названия примерно одной и той же ветки. Мне уже тогда понравилось, я неплохо понял какие-то базовые концепции. Я был приятно удивлен широтой задач, которым эта математика может быть незамедлительно применена. И, в общем-то, вот эта дисциплина была одним из первых кандидатов на то, чтобы продолжать в ней образование. Наверное, география для меня не так важна была. То есть, где это должен быть университет для аспирантуры. Единственная разница такая важная, что в Америке PhD – это часто некоммерческий проект. То есть, обычно аспиранты не платят за обучение, а наоборот – даже еще получают какую-то стипендию от лаборатории, в которой они стараются и работают. А, например, в Англии там есть отличные университеты, там Оксфорд и Кембридж и другие, в которых есть какое-то ограниченное количество стипендий, но конкурс на них там безумно высокий. То есть при прочих равных условиях в Англии тебе нужно искать, скорее всего, какую-то огромную сумму денег для обучения в аспирантуре, а в Америке ничего искать не надо. Мозгов вполне хватит. Расскажи о том, как устроен процесс поступления. Вот ты сказал, что на это нужно где-то год-два хорошего. Угу. Как ты готовился? Какие экзамены сдавал? Действительно, я подошел очень тщательно к вопросу поступления в аспирантуру, потому что уезжать куда-то на Запад только ради того, чтобы уехать, у меня такой цели не стояло. Я хотел уж, если уезжать, то в очень хороший университет, на классную программу. И я начал тщательно готовиться к международным экзаменам. Это такой первый этап, который нужно сдать максимально хорошо, потому что конкуренция идет очень большая с кандидатами со всего мира. То есть в моем случае эти международные экзамены включали английский язык и специальность это математика. То есть я всего сдал 3 экзамена, это был TOEFL, и это было 2 GRE, один общий и второй GRE, который специализировался именно на математике. Это такой первый этап. Если, в общем, у тебя получается эти экзамены сдавать хорошо, ты как-то их должен, наверное, распределить по времени равномерно, чтобы не сдавать их там в один момент, потому что у них там специфика немножко разная, и держать все в голове одновременно, наверное, можно, но я решил не рисковать. И так получилось, что мне повезло, я эти экзамены один за другим закрывал достаточно хорошо, и я понял, что у меня есть шанс вообще, то есть подавать свои документы, свою заявку в очень хорошие университеты, потому что эти университеты публикуют статистику по тем кандидатам, которых они каждый год принимают. То есть, как они вот сдавали экзамены, как выглядит распределение, какой там минимальный балл, какой средний и так далее. То есть, если ты видишь, что ты хорошо эти экзамены сдаешь, тогда можно задуматься о следующем этапе. Это сбор материала для рекомендательных писем.
которую тебе должны будут написать твои коллеги, либо по университету, например, твой научный руководитель, или если ты там где-то параллельно делаешь стажировку, или у тебя есть опыт работы, чтобы твой работодатель смог тебе написать, какой ты замечательный и со всех сторон прекрасный. Но все-таки, как вот ты готовился? Ну, понятно, что математикой занимался. Наверное, да. В принципе, у тебя не было каких-то особенных проблем с ее сдачей. Ну, как я занимался? Я готовился, то есть на полный рабочий день. Но это было очень интересно. То есть я и математику люблю, и английский, на самом деле. Это такое, скажем так, другое полушарие мозга. Интересно было прокачивать и смотреть, насколько ты можешь хорошо запоминать там слова, там грамматические правила и так далее. Подготовка состояла из следующих этапов. На самом деле вот эти экзамены, они достаточно стандартизированы, и по ним есть большое количество учебных материалов. То есть я заказал какую-то коробку из Америки этих учебников, плюс там есть онлайн-курсы, сайты, на которых можно демонстрационные версии этих экзаменов проходить. То есть материала для подготовки, вот его сколько угодно. И они на самом деле достаточно близки друг к другу. Самое главное — выбрать те материалы, которые организованы так, чтобы тебе они хорошо ложились в память, и тебе было приятно, интересно с этими материалами работать. И тогда ты получаешь удовольствие от самого процесса. Ты не упомянул, но я уверена, что был такой этап, это эссе. Да, нужно было писать. Вообще обычно такого этапа нету в России, да, или в других странах, близких по духу, скажем так. Но здесь это очень важное. Ну, плюс-минус. В каждом университете к этому по-разному относится, но в целом это такой важный достаточно этап. Можешь поподробнее рассказать, что ты писал в своем эссе, и, может быть, какие-то рекомендации дать, что нужно писать? Конечно. Этап. Сложно сказать, насколько он важный или не важный. Мне кажется, это действительно зависит от не только университета, но даже от конкретного факультета, на который ты попадаешь, и от конкретной программы, и, может быть, даже конкретного члена комиссии, которому твое эссе попадет. То есть здесь, мне кажется, элемент лотереи присутствует. То есть если загуглить и найти образцы успешных мотивационных писем, которые писали абитуриенты там, на самые топовые программы, то можно увидеть очень разные стили. То есть одна там экстремальная стратегия – это писать сухо, по делу, подчеркивать очень спокойно те победы, те интересные, значит, может быть, результаты, которые ты смог получить вот на протяжении своей школьной эпохи или там вот учебы в университете. Это могут быть именные стипендии, это могут быть примеры лидерского потенциала и так далее. То есть это вот одна стратегия. Очень сухо это все рассказывать. А другая, она намного более сентиментальная. Когда я читал, там, абитуриенты пишут, там, какая там нелегкая у них судьба, как они там боролись, там, каждый день, там, не на жизнь, а на смерть, там, я не знаю, там, с оползнями какими-нибудь, там, с беднотой, там, с какими-то семейными проблемами и так далее. То есть, вот спектр откровенности этих мотивационных писем и глубина вот технического содержания, если ты на техническую дисциплину подаешь, она очень варьируется. Как здесь быть, сложно сказать. Но единственный совет, который я могу дать абсолютно точно и который, безусловно, принесет пользу автору такого письма, это как можно более персонализировать это письмо под каждую конкретную программу, в которую это письмо отправляется. То есть не нужно писать один шаблон и там без каких-либо изменений отправлять его в 20 разных школ. Школы отличаются, у них разные истории, у них разные, скажем так, специализации. Какая-то школа там знаменита политиками, какая-то знаменита технологическими
разработками и так далее. То есть вот именно это нужно обыгрывать. Нужно обыгрывать те детали программы, которые ты смог найти там на сайте. Там, о профессорах, которые там работают, о разработках, которыми лаборатория занимается и так далее. То есть нужно продемонстрировать, что ты действительно заинтересован именно в этой программе, а не то, что ты там на ксероксе размножил одно и то же письмо и отправляешь в большое количество школ, а авось куда-нибудь да возьмут. Такой вопрос, который, конечно же, нельзя обойти, он касается денег, но ты уже сказал об этом немного, но хотелось больше сакцентировать внимание. Ты сказал, что PhD обычно платят стипендии. Эта стипендия хватает на то, чтобы там, платить за учебу, жить, или она как-то ограничена на чем-то? Хороший вопрос. Я думаю, что вот лично мой опыт состоит в том, что мне повезло. Я, во-первых, учился в частном университете. MIT является частной школой. Это значит, что, как правило, финансирование такого университета, оно лучше, чем государственные университеты. То есть это вот один фактор, который влияет на уровень твоей стипендии. Поэтому я вот жил в Бостоне, в пригороде Бостона, который назывался и называется Кембридж. Конечно, у всех разные запросы, да, то есть в каких условиях жить, и какое жилье снимать, какой едой питаться, как часто там путешествовать и так далее. Но у меня никогда не возникало никаких проблем вот с обеспечением каких-то бытовых вопросов. Хватало на все необходимые траты, и можно было спокойно заниматься наукой и не отвлекаться на какие-то бытовые нужды. Предлагаю ближе к области твоих исследований. На чем ты работал? В аспирантуре я занимался методами устойчивой оптимизации. Это такая область математики, которая строит модели систем, в которых часть входных параметров, она может содержать какие-то ошибки измерения или ошибки прогнозирования. И несмотря на то, что мы не знаем все входные данные с высокой точностью, нам все равно, несмотря на эту неопределенность, нужно делать эффективные рекомендации к действиям. И, в общем-то, большой спектр задач вот, в реальной жизни, он как раз попадает под это описание. Я концентрировался по большей части на задачах, связанных с клиническими испытаниями. То есть это тоже такой процесс, который содержит в себе большое количество неопределенных параметров. Когда тестируется новое лекарство, обычно производитель или тестировщик этого лекарства не знает, какие люди будут вовлечены в это испытание в будущем. Они только знают, кто уже был в этот список включен, и они могут померить какие-то физиологические характеристики тех, кто уже в списке. А тех, кто будет в будущем, не совсем понятно. Можно только статистически сделать какие-то предположения. Но вот несмотря на то, что мы не знаем, кто придет в будущем, кто будет добавлен в это испытание, нам все равно нужно как-то балансировать разные группы. И чем лучше мы этот баланс сможем гарантировать, тем быстрее мы сможем получить статистически надежный сигнал о том, является ли новое лекарство положительным и добавляет ли оно хорошего результата к курсу лечения. Был ли какой-нибудь проект, например, над которым вы работали в университете? Ну, вот такой более прикладной, например, вот конкретно ты расскажешь про лекарства. Находили ли вы что-то, вот, о чем ты можешь рассказать интересное? Конечно, находили. То есть мы построили пару новых алгоритмов, которые вот основывались на оптимизации. И один из них, он как раз позволял строить, распределять людей, которые один за другим приходят вот в клиническое испытание на группы, чтобы эти группы в конце оказались как можно более сбалансированными. И мы продемонстрировали, что благодаря этому балансу продолжительность и как результат стоимости клинического испытания можно существенно снизить. И второй алгоритм, который мы разработали, он уже относится к следующей фазе клинического испытания и позволяет находить подгруппы людей, на которых тестируемое лекарство оно действует особенно хорошо или наоборот особенно плохо. То есть
Если ты провел масштабное испытание, потратил, может быть, миллиарды долларов, это очень дорогостоящий процесс, по крайней мере, в США, и обнаружил, что, к сожалению, в среднем у тебя никакого положительного эффекта от нового лекарства нет, к счастью, это еще не конец игры. Можно еще проверить разные подгруппы людей. Может быть, у тебя найдутся какие-то ограничения на тех, кому это лекарство хорошо работает, и ты сможешь его продавать именно с поправками на вот конкретную категорию лиц. И вот как искать эту подгруппу алгоритмически эффективным способом, об этом и был второй алгоритм, который мы разработали. Здорово, интересно очень. А вот смотри, наверняка ты все-таки, ну, ты закончила в России магистратуру. Так. Наверняка у тебя и там есть какие-то товарищи, которые продолжили образование, пошли защищать там кандидатскую. Как устроен учебный процесс здесь и общение с профессором, если ты знаешь, сравни его с тем, что есть в России? Я думаю, что это достаточно объемный вопрос. Давай разобьем его на два. То есть, как устроен учебный процесс здесь и как он отличается от того, что происходит в России. То есть, по поводу первой части, я думаю, что первые два года, это обычно они направлены на все-таки получение образования в той области, в которой ты хочешь написать свою диссертацию. В Америке немножко можно менять свою специализацию при переходе там, из бакалавриата в аспирантуру, поэтому, чтобы вот все те, кто на одной программе в аспирантуре учатся, были примерно на одном уровне знаний, первые два года, как правило, направлены на то, что вот аспирант проходит такой кандидатский минимум и набирает курсы по этой дисциплине. То есть акцент в первые два года, он все-таки на обучении происходит. И следующие там 2-3-4 года уже идет более глубокая работа вместе с профессором, когда вы начинаете работать над совместными исследованиями и параллельно написанием диссертации аспиранта. Я думаю, что здесь очень индивидуально. То есть это уже межличностные отношения, как профессор выстраивает взаимодействие со своими аспирантами. Вот в моем случае было так, что на первых порах, в первые месяцы, естественно, профессор уделял мне очень много внимания, чтобы убедиться в том, что у меня хорошо проходит вот этот первый этап знакомства с тем, как система работает. А уже там к концу обучения мы с ним встречались, ну, наверное, не более чем 30 минут в неделю, иногда и меньше. Но этого более чем хватало. То есть за эти 5 лет, что я учился, у меня выработался навык говорить по сути, тезисно, рассказывать, что было проделано, что получилось, что нет, какие идеи по следующим шагам, если я в тупике, может быть, профессор может подсказать, что почитать, или у него есть быстрые решения. Общения было немного, но оно было крайне эффективным. И оно было очень дружелюбным и по-человечески теплым. Я думаю, что мне очень повезло. Надо сказать спасибо твоему профессору, потому что действительно навык говорить по делу ты сейчас очень хорошо демонстрируешь. Но расскажи, ну вот наверняка опять же, ты знаешь, как устроена аспирантура в России. Да. Вторая часть твоего вопроса про сравнение. К сожалению, я не знаю большое количество аспирантов в России. То есть я все, что я сейчас скажу, это основано на каких-то обрывочных кусочках информации, которые я слышал от небольшого количества знакомых. Насколько мне известно, процент тех людей, кто, во-первых, заканчивает аспирантуру в России, он не такой высокий, как мог бы быть. Как мне кажется, отчасти потому, что аспирантура часто в России является таким естественным продолжением, ну вот, траектории бакалавриат, магистратура. И, может быть... Ну, люди, наверное, которые себя не особенно понимают, куда они могут себя применить, так? Да, это выглядит таким естественным продолжением, и
Искать работу – это тоже достаточно сложный навык, который, если вот не тренировать и не иметь опыта, то вот с первого раза, наверное, сложно найти классную работу. Если так и было и в моем случае. То есть в конце магистратуры я попытался постучаться в какие-то двери тех работодателей, которые мне были интересны. Я с треском провалился. И, в общем-то, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было готовиться намного лучше. И у меня не получилось найти вот работу после магистратуры. Я подумал, ну что ж, тогда аспирантура неплохой запасной вариант. Ну да, но тем не менее, MIT, конечно же, далеко не все сюда могут поступить. Вообще, кстати, ты знаешь, какой был конкурс вот на место здесь? Я думаю, что... Есть ли вообще такое понятие статистики? Есть. Некоторые программы публикуют такую статистику. Я думаю, что во все топовые школы конкурс примерно одинаковый. Вот что касается, например, международных экзаменов, если ты сдаешь на балл, который соответствует там 90% квантиле и выше, то есть ты попадаешь в топ-10% среди всех, кто этот экзамен сдавал по всему миру, то можно считать с большой долей вероятности, что ты этот экзамен сдал хорошо, на зачет. И вот если ты каждый из вот своих элементов пакета документов, которые ты подаешь, у тебя вот стоит зачет такого уровня, да, то, в принципе, у тебя хороший шанс, да, что тебя, по крайней мере, заметят и рассмотрят. У меня за время пребывания здесь, в США, сложилось ощущение, что местная аспирантура, да, ну, может быть, и магистратура в том числе, это такая некая машина по высасыванию ума со всего мира. Поясню. Во-первых, как ты уже сказал, здесь платят стипендию, в отличие, например, от той же Англии. Это уже... В России тоже платят стипендию. Да, в России платят, это правда. Но, тем не менее, это становится привлекательным, потому что здесь сосредоточено огромное количество всемирно известных школ, университетов, да, я имею в виду. Это первое. Второе, это такая хорошая ступенька для того, чтобы для тех, кто хочет эмигрировать. Ну, она, с одной стороны, фильтрует тех людей, да, ну, то есть сюда приезжают PhD, получают действительно лучшие. А во-вторых, для вот этих студентов PhD, окончивших выпускников, да, здесь магистратуры и PhD получившие, для них есть некая особенная квота, отдельная, на визу H1B. Это для высококвалифицированных специалистов. То есть у них, у таких людей, которые получили, это получить эту визу достаточно, ну, просто, условно говоря, проще. Вот как ты можешь это прокомментировать? Нет ли у тебя какого-то сожаления о том, что так устроено? Не обидно ли тебе за то, что основу своих знаний ты получил в России, и оттуда такие, как ты, уезжают? Обида, конечно, есть, что в России нету таких замечательных возможностей, как есть в других местах. Мне хочется надеяться, что таких возможностей будет больше. Насколько я знаю, даже вот в те годы, там, начало 2010-х, когда я задумался о том, чтобы поехать куда-то учиться за рубеж, уже тогда были какие-то положительные сдвиги, там разные лаборатории в научных университетах в России получали достаточно солидные гранты. Если ты был аспирантом в какой-то лаборатории, которая занималась чем-то общепризнанно полезным, интересным и важным, то тогда, наверное, и у научных сотрудников все не так уж и плохо было с точки зрения там, материальной компенсации. Что касается вот твоего тезиса о том, что нет ли у меня сожаления, что я получил там начальный этап своих знаний в России, да не сожаление у меня есть, а гордость. Я тебе абсолютно серьезно должен сказать о том, что вот уровень преподавания математики в Новосибирском государственном университете и уровень преподавания математики в MIT, он был более чем соизмеримый. То есть уже уехав из Новосибирска, я осознал о том, что вот те, не все, но были профессора в Новосибирске, которые, ну, абсолютно точно делали исследования международного уровня, а во-вторых, уровень их преподавания и
уровень тех знаний, которые они давали вот мне и моим одногруппникам, он был тоже соизмерим, ну, просто с самыми лучшими школами в мире. Чего тогда не хватает для того, чтобы, опять же, такие студенты, такие люди, как ты, да, специалисты, оставались в России? У меня не было цели вот уезжать. Там. Но однако ты здесь сейчас, да. Однако ты здесь строишь, да, свою карьеру. Да. Почему так произошло? Ну, здесь на два этапа можно этот вопрос разбить. Первый, почему я поехал в аспирантуру, а потом, почему я после аспирантуры остался, да, здесь. Почему я поехал в аспирантуру? Потому что мне хотелось попробовать что-то новое, новую страну, новый язык. Безусловно, интересные люди, собранные со всего мира. Мне казалось, что это такой интересный опыт, независимо от того, что ты собираешься делать дальше. А по поводу следующего этапа, то есть почему я после аспирантуры решил остаться здесь? Ну, вот так уж получается, что, по крайней мере, в той сфере, которая мне интересна, в технологической индустрии, именно в Америке есть огромное количество самых интересных проектов, самых передовых компаний, и условия труда здесь, конечно, тоже одни из самых лучших в мире. А почему ты решил уйти из науки? Почему не пошел преподавать? В аспирантуре есть такая интересная особенность, что в американской она позволяет попробовать большой спектр разных вещей вот на протяжении своей длительности. То есть были стажировки. То есть я сделал пару стажировок в компаниях, скажем так, в корпоративном мире. У меня была возможность попреподавать, причем попреподавать в MIT в разных школах. Одна из них была инженерная, то есть там люди очень технического склада ума обучаются, и там уровень, скажем так, глубины математики, он тоже очень высокий. И также я преподавал один семестр как семинарист в бизнес-школе. То есть там студенты программы Master of Business Administration, это другая аудитория, у них другие акценты. И, в общем-то, была возможность попреподавать в разных условиях, посмотреть, нравится ли тебе это настолько, чтобы ты делал вот эту вещь профессией своей жизни. Я вот попробовал, мне, конечно, понравилось, но я решил посмотреть. Мне было ближе не академическая работа, мне больше понравилось то, чем я занимался на своих стажировках. Ну и плюс, конечно, я не буду лукавить, конкуренция вот за крутые академические позиции, я думаю, во всем мире, не только в Америке, она намного выше, чем конкуренция за хорошие рабочие места, ну вот, например, в технологическом секторе. Даже просто так? Потому, что академических вакансий, их каждый год открывается намного меньше, чем в технологическом секторе. Ну, наверняка ты хотел все-таки преподавать в каком-то хорошем вузе, правильно? Я думаю, что, наверное, где-то с твоим образованием MIT можно было найти какой-нибудь супер простой и университет, и тебя бы там с радостью приняли. Ну, мне сложно говорить, приняли бы меня или не приняли, но существенно понижать планку мне, конечно, не хотелось. И в то же время я видел профили тех людей, которые получали академические позиции в университетах с соизмеримым уровнем. И, конечно, ну, мне было очень далеко с точки зрения своих заслуг до вот тех успешных кандидатов на академические позиции. Такой завершающий вопрос. В этой этапе твоей жизни, твоего профессионального пути, вот обычно, ну, университеты, да, правда, есть там очень престижные, есть не очень престижные. В твоей карьере тебе вообще помогает вот это имя MIT? И как оно тебе помогает? Я думаю, что помогает, потому что обычно вот школы стараются помочь выпускникам находить хорошие вакансии в академической сфере или в корпоративном мире.
И одним из таких, ну вот, видов помощи является создание каких-то сайтов, на которых можно найти выпускников твоего же университета, твоей же программы, и через них начать собирать информацию о том, где хорошие условия труда, где интересные проекты и так далее. И вот мне кажется, что если ты учишься в университете или на программе, которая хорошо себя зарекомендовала, ну вот, за пределами вот своих стен, то, конечно, когда такую строчку будут видеть в резюме кандидата, то это сразу будет повышать шансы, по крайней мере, быть замеченным. Как перейти в Data Science из программирования? Шаг нужно сделать не очень большой. Какой конкретно проблемой тебе бы хотелось заниматься в DI? Алгоритм можно сделать быстрее, точнее, более устойчивым к шуму во входных параметрах и так далее. Через сколько появятся летающие автомобили? Уже в 2020 году. План эффективного самообучения в Data Science. Чем раньше сфокусируешься, тем более точечная будет подготовка, и тем более глубокие знания будут в момент собеседования. А сколько ты собеседований проходил, прежде чем получил, ну, и согласился на Uber? Много. А почему все-таки Uber? Так как со мной общались, в Uber со мной не общались ни в одной другой компании.